И со Духом Твоим. Богу всемогущему и вам, братья и сестры, что я много согрешил мыслью, словом, делом и несовершением добра по моей величайшей вине. Поэтому прошу блаженную Преснодеву Марию, всех ангелов и святых, и вас, братья и сестры, молиться обо мне, Господу Богу нашему. Да помилует нас всемогущий Бог, простив грехи наши, да приведет нас к жизни вечной. Аминь. Christ.
укреплению. Молим Тебя, помоги нам по Его примеру и ходатайству любви Христовой приобретать для Тебя наших братьев и с ними наследовать вечную славу. Через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, который с Тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь. Чтение из книги пророка Иезекииля. Было ко мне слово Господне, Сын человеческий, я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты будешь слушать слова из уст моих, и будешь вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику, смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я всыщу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии в своем, а ты спас душу твою. А если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, когда я положу пред ним преткновение, и он умрет, то, если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой, и не припомнятся ему праведные дела его, какие делал он. И я всыщу кровь его от рук твоих. Если же ты будешь вразумлять праведника, чтобы праведник не согрешил, и он не согрешит, то и он жив будет, потому что был вразумлен, и ты спас душу твою. Слово Божие. Благодарен Богу. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Хвалите Господа все народы, прославляйте Его все племена, ибо велика милость Его к нам, и истина Господня пребывает вовек. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Господь помазал меня благовествовать нищим, проповедовать пленным освобождение. Господь с вами. И со Духом Твоим. Чтение Святого Евангелия от Матфея. Слава Тебе, Господи. В то время
И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, Он жаловался над ними, что они были изранены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Когда говорит ученикам Своим, жатвы много, а делать мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. И призвав 12 учеников Своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. Слово Господне. Хвала Тебе, Христе. Святой Иоанн Мария Вианей, он покровитель всех священников, всех настоятелей. Хотя он как священник был так простой. У нас есть разные проповеди его, и они совсем простые. Но он всегда говорил из силы сердца, потому что для ему единственное было это отношение с Господом, что мы живем с Богом. Вы знаете, что когда он начал его время там в Арс, там много людей очень плохо жили. Ладно, очень плохо. За нашего времени сегодня они были, наверное, уже почти как святые. Но они много танцевали и такие вещи делали. Ладно, они тоже много пили и не приехали в церковь. Все эти проблемы, что у нас есть тоже сегодня вообще, если мы так думаем. И поэтому он так строгий проповедовал. Но мы уже знаем, слышать строгие слова не меняет сердце. И поэтому он дал большую часть его времени на поклонение. И когда не был на поклонение, слышал исповеди. И это так красиво, потому что он ставил Бог на совсем середине жизни его. Особенно в начале. Потом был типа 20 тысяч человек каждый год, кто приехал к нему. Поэтому не было так много времени больше. Только часы, часы, часы на поклонение. Но он сказал один раз, если было бы что-то лучшего, чем не в кресте, Бог бы нам дал. В этом плане, что Он уже дал нам самое лучшее, самое драгоценное, что есть. Сам себя. И если мы заметим, какой дар у нас есть, тогда тоже это полностью меняет наши отношения. Подумаем, как драгоценно в это время поклонение. Я думаю, это особенно из этого времени, когда ничего открытого. Мне, правда, жалко, кто не может прийти, но все равно возможность есть всегда на личной молитве. Но тогда мы должны еще больше оценить это, что Бог нам дал. И в конце я хотел это читать, это молитву, что он писал, потому что это так красиво. Еще раз, это отношение от Бога, как каждый из нас должно быть. Он сказал, то, что я это читаю, он сказал один раз, человек, кто жит в грехах, все трудно и дает фрустрации, все ужасно. Человек, кто живет с Богом, даже если проблемы, все красиво и дает утешение. И потом он сказал, о красивую жизнь, о красивую смерть. И мы решаем, я живу с Богом, или как Бог хочет, или нет. Поэтому это один из самых известных молитв его. Я хочу еще раз читать, мы уже это всех знаем. Даже мы причали это для вас один раз, всех на прихода, но все равно я читаю еще раз сегодня. Я люблю Тебя, о мой Бог, и мое единственное желание любить Тебе до последнего схода моей жизни. Я люблю Тебя, о мой бесконечный милый Бог, и я
предпочел бы умереть, любя Тебя, чем жить, не любя Тебя. Я люблю Тебя, Господи. Единственная милость, которую я прошу, любить Тебя вечно. Боже мой, если мой язык не может сказать в любой момент, что я люблю Тебя, я хочу, чтобы мое сердце подтверждало это Тебе так часто, как я душу. Номер 357. Твоим заветом буду верен, Христе, от них не отрекусь, часы запрасов и сомнений. Чужим богам не поклонюсь, лучи евангельского света мой ум заряют небосклон, и слово нового завета мне утешение и да примет Господь жертву из рук Твоих во хвалу и славу имени Своего, равно и на пользу нашу и всей Церкви Своей Святой. Аминь. И со Духом Твоим имеем их у Господа. Достойна это и праведна. Thank you.
освяти эти дары Духом Твоим, подобно росе сходящей, дабы они стали для нас телом и кровью Господа нашего Иисуса Христа. Он же добровольно, предавая себя на страдания, взял хлеб, тебе вознося благодарение, преломил и подал ученикам своим, говоря: примите и вкусите от него все, ибо это есть тело мое, которое за вас будет предано. Тебе благодарение, он подал ученикам своим, говоря: примите и пейте из нее все, ибо это есть чаша крови моей, нового и вечного завета, которая за вас и за многих прольется во отпущение грехов. Это совершайте в память. Смерть Твою возвещаем, Господи, и воскресение Твое исповедуем, доколе Ты придешь. Поэтому, вспоминая смерть и воскресение Его, Тебе, Господи, Тебе, Господи, приносим Тебе, Тебе, Господи, приносим для жизни и чашу спасения, и благодарим Тебя, ибо Ты достойно стоял пред Тобою и служил Тебе. И смиренно молим, чтобы, причащаясь телом и кровью Христа, мы были собраны Духом Святым во имя. Помни, Господи, о церкви Твоей, распространенной по всей земле, и соделай ее совершенной любви вместе с Папой нашим Франциском, и епископом нашим Олегом и всем благодетельством. Помни также братьев и сестер наших, усопших в надежде воскресения, и всех почивших в Твоем милосердии, и да пусти их в сердце лица Твоего. Просим, помилуй нас всех, дабы вместе с блаженным Богородицей Девой Марией, блаженным Иосифом и его обручником, блаженным и апостолами и всеми святыми, от века Тебе угодившими, мы удостоились быть участниками вечной жизни, и Тебя восхваляли и прославляли через силу Твоего Иисуса Христа. Спасибо за то, что вы нас поддерживаете.
Твою, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас во искушение, но избав нас от лукавого. Избав нас, просим Тебя, Господи, от всякого зла. Даруй милость нам, милостыню нашим. Дави укрепленные силою милосердия Твоего. И были всегда свободны от греха. И ограждены от всякого смотрения. Ожидая блаженного упования и пришествия Спасителя нашего Иисуса Христа. Ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. Господи Иисусе Христе, Ты сказал апостолам Своим, мир оставляю вам, невзирай на грехи наши, но на веру церкви Твоей и по воле Твоей. Благоволи, умилите и объедините Его, и живущий царствующий во веки веков. Аминь. Господа, на улице да с вами. И со Духом Твоим. Агнец Божий, отерлющий грехи мира, помилуй нас. Агнец Божий, отерлющий грехи мира, Агнец Божий, отерлющий грехи мира, даруй нам мир. Господи, я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и исцелится душа моя.
Номер 216. Святой Архангел Михаил, защити нас в битве против лукавств и козней дьявола. Будь нам заступником, да повелит ему Господь. Смиренно молим, а ты, князь небесного воинства, силой Божией вергни в ад сатану и других злых духов, бродящих по миру на погибель душам. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.